друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Творчість повинна служити на просвітлення сердець чи на попередження. А на яке саме, дізнаємось зараз. Что касается Верещагина, из человеческих его качеств я бы выделил, наверное, главное, это предельно честный человек. Одна из его книг, где он пишет, что я, побывав на двух войнах, пришел к выводу, что цель любой войны – это смерть человека. И я эту цель показываю. Вот, наверное, кстати говоря, поэтому он и номинировался на первую в истории премию мира Нобеля. У этой картины есть тайна. Это работа одна из нескольких огромных работ, которые посвящены русско-турецкой войне. Життя кожної людини сповнене таємниць. Деякі з них стають відомими суспільству вже сьогодні, а деякі залишаються таємниче захоплюючими протягом століть. Про одну з таких таємниць ми і поговоримо сьогодні. Друзья мои, мы с вами в настоящий момент стоим у истоков празднования 175-летия со дня рождения Василия Верещагина. Мы стоим у истоков, а истоки где? А истоки известны в музее. А кто лучше, чем Сергей Николаевич Росляков, директор Николаевского художественного музея имени Верещагина, может рассказать об этом удивительном человеке, в жизни которого находим очень много современного, современного в нашей жизни. Верещагин – фигура, вроде бы, известная всему миру. И у нас его многие знают, я думаю. Но не все страницы его биографии до сих пор известны. Много есть такого, чего мы еще не знаем или знаем не до конца. Наверное, до конца вообще невозможно узнать, да, Сергей? Наверное, да. Во-первых, это настолько многогранный человек, что иногда вот я удивляюсь всем его увлечениям в жизни. Ну, помимо того, что он, естественно, художник крупный, ведь он великолепный литератор. Об этом мало знают. У него даже есть художественное произведение литературное. У него масса статей, масса книжек, которые выходили и при жизни, и после. Причем выходили не только на русском языке, но и на французском. В Париже выходила книга его. Он увлекался и журналистской работой, потому что у него масса статей, особенно статей таких нелицеприятных для власти, где он разоблачает многочисленные факты коррупции. К сожалению, он с этим столкнулся, причем в условиях военного времени, когда крали командиры деньги, которые предназначались на прокорм животным, солдатам, кавалеристам. И причем в таких масштабах, что мало не покажется, наверное, и сегодня. К сожалению, да. Он писал об этом открыто. Его за это пинали, ругали. Он выступал открыто против того, чтобы людей использовали на войне как скот. Тоже, знаете, это, сегодня это, говорят, пушечное мясо, да? Ну да, конечно. У него даже есть такой вот триптих, который вызвал жуткое недовольство всего Петербурга по итогам вот этой войны знаменитой, 77-й, я не помню, какая она точно по счету была, русско-турецкая война, очередная, их была масса. Он написал такой триптих, на шибке все спокойно. Содержание триптих очень простое. На первом полотне изображен солдат часовой, который стоит в снегу по колено, с ружьем. На втором, уже буря поднялась снежная, и солдат почти занесен уже снегом. А на третьем он умер, замерз. Название на шибке «Все спокойно». На Верещагина обрушилась, вы даже не представляете, какая лавина упреков, что он антипатриот, что он издевается. Дискредитирует армию. Дискредитирует армию. И это не один раз. И лично ему высказывал это император Александр II, когда на выставке. Вот первая картина его была, вот видите, у нас тут есть работа большая, недописанная, правда, «Людоед», где тигр поедает тело солдата, убитого в Туркестане. А была первая работа «Забытый солдат», где изображен труп солдата,
А на горизонте идет отряд русской армии и скрывается за горизонтом, получается, тело не погребли. И вот когда это увидел император, он, и генералы, конечно, он возмутился страшно, сказал, что... Что такого не может быть? Что это клевета на наше воинство славное, значит, что такого не может быть. Верещагин говорит, как я сам там был, я это все видел своими глазами, он действительно участник всех войн. Он никогда не писал то, чего не было. То есть, вот что касается Верещагина, из человеческих его качеств я бы выделил, наверное, главное, это предельно честный человек. Предельно честный человек. Что когда его брат Александр был ранен во время этой же вот злополучной войны 77-го года, 78-го года, 800, конечно, значит, русско-турецкой войны, вот этот брат его, значит, ну, он немножко смолодушничал, значит, он хотел, ну, вот я ранен, все, теперь мне, значит, надо на покой. Верещагин написал ему гневное письмо, причем не один раз, где обвинил его в том, что, значит, род Верещагиных так поступать не должен. Стыдно должно быть тебе, я тебя, значит, размажу. Если ты так поступишь, и не пойдешь снова в бой, значит, вместе с армией. Ну вот, понимаете... Его патриотизм был не на словах, а нет. И это и было его естество. Нет, не на словах. Второй пример тоже, кстати, рядом. Дело в том, что у него погиб брат, к сожалению, погиб брат Сергей, значит, младший брат. Александр еще младше, а Сергей младший брат. Верещагин, он погиб на этой войне, к сожалению, при штурме Плевны. Причем, когда царь отмечал свой день рождения, значит, пили шампанское и смотрели, как же там солдаты, значит, с турками воюют. Тоже, кстати, по сути дела, очень неприятная история, потому что Верещагин нехорошо отозвался об этом поступке. И назвал, кстати, картину, у него такая работа была, назвал «Именины». Именины. Значит, у кого именины с шампанским, а у кого смерть, значит, на поле боя. Так вот, у него брат погиб. К сожалению, он тело брата не нашел, что его очень, ну... Ну, как христианина, наверное, его повергло это в большое уныние. Он был в очень плохом состоянии, это... И его товарищ, известный петербургский журналист Василий Иванович Немирович Данченко, он отмечал, что встретил Верещагина, он в жутком состоянии, порыдает, плачет, значит, пытается найти брата. Ему все говорят, там турки прошли, там уже никого живых нет. А может быть, он еще живой. Ну, не получилось. Не нашел. А вот брат, когда погиб, трагически. Причем это был брат, потрясающий воин, потому что во время вот этой осады Плевны в Болгарии он был ранен 5 раз пулями. И под ним убило 8 коней. Он был адъютантом Скобелева, знаменитого генерала. И тем не менее он не уходил с поля боя. И приводил, вот Александру приводил в пример Сергея Верещагина, после гибели брата. Александр моложе был Сергей, Сергей более старший брат. Верещагин второй по значимости брат. И вот в это время отец их, Верещагиных, значит, написал письмо с прошением, значит, чтобы ему там назначили пенсию за убитого сына. И в этом случае Верещагин и отцу дал отповедь, сказал, что как тебе не стыдно, значит, ты на смерти сына, значит, пытаешься заработать какую-то выгоду. То есть он это тоже не воспринимал абсолютно, он это отрицал. И, ну, там, чем закончилась эта история, я толком не знаю, значит, дали ему пенсию или нет, но вот факт такой был. Вообще, эта война для Верещагина, это вторая его война, кстати. Первая война была вот, в Туркестане, о которой многие наши зрители наверняка знают такие картины знаменитые, как «Апофеоз войны», где вот эти черепа, пирамиды. Вот эта картина, Сергей Николаевич, «Тигр-людоед пожирает убитого солдата». Но знаете, что вот как-то так вот даже чуть-чуть не по себе, в каком смысле? Глядя на ту картину, и вот еще одну картину сейчас телезрители увидят, это мертвецкая, турецкая. Покойницкая под Плевном, да. Да. То есть, понимаете, как-то у Верещагина во главе угла на его полотна вышла смерть? А он так и писал. У него вышла книга, кстати, при жизни «На войне в Европе и в Азии». Книжка такая есть у него. Она, кстати, она хранится в музее как раритет. Одна из его книг, где он пишет, что я, побывав на двух войнах,
Значит, первая была, значит, в Туркестане, это Азия, вторая, значит, на Балканы, это Европа, русско-турецкая война. Я пришел к выводу, что цель любой войны – это смерть человека. И все. Да, и я эту цель показываю, все. Вот, наверное, кстати говоря, поэтому он и номинировался на первую в истории премию мира Нобеля. Это был, 2001 или 2002 год. Верещагин номинировался. Он не получил ее, но номинировался. Потому что он действительно, вот что кто-кто, а Верещагин боролся за мир. И войны он не воспринимал. Любыми путями надо решать мирным образом, а не войной вопросы свои. И вот он это отстаивал всю жизнь. За что получал... Ой, мы уже затронули эту тему немножко. За что получал очень много критики в свой адрес, причем критики жестокой, иногда, и, как правило, несправедливой. Потому что, понимаете, ну, в любом случае, там, есть ура-патриоты всегда, которые, значит, есть конъюнктурщики, которые на этом делают, но он никогда не стеснялся говорить то, что он знает и то, что он думает. И когда генералы русской армии в Болгарии захлебывались винами, тортами, он в шоке был. А солдаты морили солдат голодом из тех же денег, которые казной выделялись на армию. Значит, он возмущался, он бросал открыто вызов обществу своему, ну, его верхам, элите общества. Элита общества была, значит, другого мнения. А считал, что это можно все, что это хорошо. Но он считал, что нет, люди все одинаковые от рождения, и они заслуживают к себе отношения. И все боги создания все-таки. Действительно, он прав. Сергей Николаевич, ну вот глядя на портрет Верещагина, на его такое чистое чело и прямой взгляд, понимаешь, что в сердце этого человека, несмотря на то, что нас отделяют столетия, понимаешь, что страха как такового, вот простого страха, вот как бы чего ни вышло, не присущ. Не был абсолютно бесстрашный человек, это второе его качество. Удивительное причем. Причем в любых ситуациях. Он мог в Самарканде, когда его отряд был окружен значительно превосходящими силами. Ну, соотношение было 500 человек в экспедиционном отряде и 20 тысяч ханские там войска, значит, которые их окружили. И вот они держались в цитадели Самарканда. Он брал в руки ружье. Он под пулями вставал, чтобы посмотреть, где неприятель находится. Когда все, ни офицер, ни один, ни там шквал пулевой был, а один Верещагин выпрыгивал на стену, смотрел, где находится враг, и как огонь координировал своих солдат. И он был как солдат. Но он офицер был все-таки, не забываем об этом. Он ведь закончил морской кадетский корпус. Он был гардемарином, это младший чин такой на военном флоте был. Но служить он не стал, как известно, он пошел по другой тропе, ему разрешили, опять-таки, хотя он закончил вторым номером. То есть один из лучших учеников, ну что, флот не нуждался в таких офицерах, наверное, нуждался, почему-то ему разрешили. Великий князь его благословил даже, иди занимайся в Академии художеств. Вопрос. Потому что, наверное, великий князь увидел и прозрел талант, зреющий в этой молодой руке и душе. Вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, мы знаем, что, например, другой великий, ну, он, конечно, старше был художник этого времени, ну, Айвазовский. Значит, его первое путешествие с военно-морской эскадрой было путешествие в качестве художника, который зарисовывает боевые укрепления врага. Ну, фотоаппаратов и не было тогда, да, ну как фиксировать, какие батареи, какой калибр. Кстати, Айвазовский великолепно тоже разбирался, какой калибр пушек стоит, где какой-то килаж. Мы удивляемся сейчас, почему у него такие картины точно воспроизводящие, потому что он знал все это. Он изучал, он знал, он должен был это фиксировать. И не просто кисточкой по мольберту водить. Конечно. Не, ну вообще это доля была художников вот, до появления фотоаппарата. Возьмите вы тот же, вот, например, поход знаменитый
Контарктиде, Лазарева и Беллинсгаузена. Ведь у них там работали художники, выпускники академии. Выпускник академии художеств Михайлов. Вот Михайлов был такой художник знаменитый, тем, что именно сопровождал эту экспедицию. И вот он первый привез в Европу айсберги, берег Антарктиды, запечатленный в кисти и краска. Он выпускник Академии художеств. Его взяли для чего? Для того, чтобы он зарисовывал материки, как, где, что, какие проходы. И если, допустим, они были на каких-то островах Тихого океана, есть там рисунки его, запечатлевшие этнографию местного населения, как выглядят люди, что они делают, как они живут. То есть, наверное, и Василия Верещагина тоже, когда он захотел поступать в Академию художеств, прозрели, что он не просто как художник, а для более важной миссии. Ну, конечно. Ну, вот возьмите вы его первую поездку на войну, когда корпус Кауфмана, генерала, значит, воевал на земле современного Узбекистана, так скажем, значит, вот в этих землях. Бухара, Самарканд. Значит, Верещагин ведь получает чин прапорщика официально с разрешением не носить одежду военную, в гражданском ходить. Но офицерский чин, прапор, зарплату, жалование, все. Он все награды потом отрицал. Даже отрицал звание профессора, которое ему хотели присвоить и присвоили. Но я не принимаю звание профессора. Я считаю, что никакие звания в искусстве неуместны. Это при том, что Василий Верещагин был, кроме того, что он был одаренным, я бы даже сказала, гениальным художником, он в социальном обществе был совсем не бедным человеком. Не бедный. Это богатая, достаточно богатая, уважаемая семья. Особенно мама. У него была из семьи очень богатого помещика, у которого были села свои с крестьянами, причем в трех губерниях. Семья никогда не бедствовала, поэтому дети все пошли в морской кадетский корпус. И старший брат, самый старший брат Николай. Николай Васильевич, кстати, несправедливо обиженный малой известностью, потому что он считается... Вот Николай Верещагин, причем он очень дружил с Василием. У них там разница 3 года всего. Тут старший брат Николай, а Верещагин моложе на 3 года. Тот 39-го года рождения, а этот 42-го. И он опекал. И оба поступили, ну тут старший был курсант, этот младший курсант. Есть даже фотография известная. Вот так вот Николай таки служил. Николай отслужил где-то около 8-9 лет, по-моему. И дослужился до чина лейтенанта морского флота. Вот. Кстати, участвовал в войне крымской. Тоже одна из русско-турецких войн, очередная, значит, 53-54-55 годы. Вот эти 4 брата прошли войну все. Все. Но больше всех прошел войну Верещагин и вот Александр. Сергея убили рано, да, а Николай, отслужив, вот ушел. Причем ушел куда? Он ушел в бизнес, как сейчас сказали бы, неожиданно. Причем в какой бизнес? Молочный. И вот тоже... Такая мирная профессия, да, телезрители? От войны к молоку. Да, и он считается основателем молочного дела, основатель сыроварения. Причем на очень высоком, у него масса золотых медалей серебряных у его продукции, которые он и в Лондоне получал золотые медали, и в Швейцарии, и, ну, и в России получал, и за свои сыры. Причем он специально поехал после того, как вышел в отставку, поехал в Швейцарию, поехал в Голштинию, и там изучал сыроварение, как прилежный ученик, и потом поставил это дело. Он реформатор фактически в сельском хозяйстве. Верещагин жертвовал деньги на рисовальные школы. А этот брат старший, он пожертвовал деньги на создание школы, где учили сыроварению. Была такая школа, он ее содержал на свои деньги. Они во многом были бессребреники, и тот, и другой. А Верещагин по 10 тысяч рублей тратил на содержание, и кто вот в губерниях лучше развивает художественное ремесло, художественные школы. Ну вот как вот у нас детская художественная школа есть замечательная в Николаеве. Он такие школы поддерживал своими личными деньгами, причем никакого афиширования не было. Ну вот возвращаясь к его...
искусству писать, писать картины. Мы сейчас здесь вот в этом зале, где, ну, так немножечко мрачновато, особенно вот эта, конечно, картина мертвецкая, ну, вот теперь, эта. А, кстати, в этой картине есть загадка. А вот давайте, здесь... телезрители, давайте попробуем с помощью Сергея Николаевича разгадать загадку этой страшной картины. Картина изображает так называемый турецкий лазарет. Что там произошло в Плевне? Дело в том, что там город был долго под осадой русской армии, и у турок закончились все медикаменты. У них даже не было бинтов, ну, ничего, ни йода, ни бинтов не было. И они лечить своих раненых солдат не могли. Ну, убить они их тоже не могли, естественно. Поэтому они что делали? Они придумали. Они в подвалы сносили тела своих раненых солдат. Живых еще людей? Живых. Закрывали, заколачивали эти подвалы. Вот там помирайте, как хотите. Даже воды не давали им. И вот как раз с Немировичем Данченко, с Василием Ивановичем, журналистом, он известный был в свое время журналист, вот Верещагин вместе с ним открыл этот ужас. Вернее, его пригласил сам Немирович Данченко, говорит, идем посмотрим, это ужас тихий, что происходит в Плевне. И они пошли по вот этим вот, и они увидели, что там масса солдат, которые еще живые. И просили воды, они начали им там помогать, как-то пытаться их вынести. И тогда русские вошли, уже захватили, да? Когда Плевен был, да, Плевна была захвачена. И вот начали пытаться спасать этих турецких солдат. И вот что интересно вот в этой картине. Здесь вот как раз такой лазарет и изображен, который его потряс. Там даже стекла не было на окнах, они были с такими затянуты пузырями. И вот, видите, вот лежит человек... Вроде бы он турок, но у него черты лица... Европейские. Верещагинские, вообще я бы... Это нос Верещагиных, это усы светлые Верещагиных. Я вот... У меня такое давно уже возникло предположение, я его высказывал, правда, это не первый раз я об этом говорю, что это есть как бы реквием по его брату, по Сергею, которого он не нашел труп, он не был захоронен. И вот он показывает... Вот этот жуткий, где в основном турки лежат, да, турки, потому что там одежда турецкая, вот фески эти турецких солдат. Но здесь, ну, вот я думаю, что это он изобразил своего по памяти убитого брата. Ну и судя по композиции, этот человек лежит на первом плане. Да, он освещен светом из вот этого окна маленького, лицо довольно хорошо видно. Видите, ну видно, что у него усы светлые, и вот этот вот нос верещагинский, ну такой же точно конфигурации, как у всех пяти братьев. Ну фамильные черты, они же никуда не исчезают. Они... То есть вот в этом и заключается тайна картины. Я думаю, этой... Да, он никогда об этом не говорил, нигде об этом не написано, но вот у меня такое предположение возникло. Когда мы реставрировали эту картину, спасибо... Николаевскому глиноземному заводу, на средства завода. Это наша первая реставрация была по программе возрождения шедевров. Это 2001 год. К нам приехали киевляне, киевские реставраторы из Национального центра реставрационного. И они долго работали зимой, в декабре. Но они сделали эту работу, и, наконец, мы вот многое увидели, чего раньше не видно было. Да, у этой картины есть тайна. У нее есть еще тайна такого плана. Это работа одна из нескольких огромных работ, которые посвящены русско-турецкой войне этого времени. У нее была мастерская в Париже, в Мюнхене, в Москве, в Индии. Везде он себя ощущал довольно хорошо, как дома. Значит, действительно творец такого планетарного масштаба, художник. Так вот, эти картины он сначала повез, показал в Париже, с большим успехом прошла выставка. Вот потом он ее показал в Берлине. Вот в Берлине пришел на эту выставку посмотреть Мольтке, небезызвестный начальник генерального штаба германской армии. И вот он, после посмотрев эту выставку, сказал: категорически запрещаю германским офицерам, германским солдатам когда-либо впредь посещать выставки этого художника. Они отвращают от войны, а нам нужны боеспособные солдаты и офицеры. Вот я думаю, что именно эта картина особо произвела удручающее впечатление, потому что там остальные картины: «Штурм Плевны», там, «Турецкий госпиталь», там, ну там, она не такая, не такие. Вот это самая жуткая картина. Я думаю, что он писал ее в
память своему брату. И она последняя точка вот в этой русско-турецкой Сирии 77-78 годов. Они разошлись по разным музеям, эти картины. Ну вот нам досталась одна. Нам досталась одна, но с тайной. На сьогодні ми зупинимось, але в одній з наших наступних програм ми з вами продовжимо бесіду з директором Миколаївського художнього обласного музею імені Василія Верещагіна Сергієм Русляковим, який завжди має що розповісти вам цікавого. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре!